Дана, Тузик и Жулька. Жизнь этих собак навсегда изменилась в феврале этого года. Тогда внезапно не стало их любимой хозяйки. Нине Серафимовне было больше 80 лет. Она умерла от онкологии. Осиротевшие четвероногие наверняка еще ждут, что хозяйка откроет дверь и все будет как прежде. Но, к сожалению, уже несколько месяцев за ними просто ухаживают родственники женщины. Кормят, выгуливают. На большее не хватает времени. Помимо трех собак, у хозяйки квартиры осталось еще 8 кошек. В итоге после смерти Нины Серафимовны осталось 11 животных. Родственники рассказывают, что она всегда была сердобольной, ей даже подбрасывали котят под дверь. И также родственники рассказывают, что до последних своих дней Нина Серафимовна гуляла с животными, ухаживала за ними и очень переживала, что умрет раньше, чем они. Почти всем собакам и кошкам в этой квартире больше 10 лет. В приюты их не берут. Да и четвероногим, которые привыкли жить в доме, будет сложно прижиться в клетке. Хочется верить, что всех хвостатых ждет достойная старость, а не усыпление. На ваших экранах телефон нашей редакции. Звоните, если вы готовы подарить хотя бы кому-то из них собачье или кошачье счастье на всю оставшуюся жизнь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.